У горбатых китов очень эффективные стратегии кормления. Чаще всего они используют метод «воздушная ловушка». Охота начинается, когда киты ныряют под косяк рыбы, издавая высокочастотные крики. В панике их добыча плывет к поверхности, где киты концентрируют ее, выпуская столбы пузырьков воздуха. Пузырьки действуют как барьер, сквозь который животные не способны пройти и оказываются в ловушке. Киты координируют свои усилия так, что пузыри окружают их, образуя спиральный узор. Причем каждый кит всегда занимает определенное положение, демонстрируя завораживающий природный интеллект. Наконец, главный кит издает звук, который побуждает всех китов всплыть с открытыми ртами и схватить тысячи жертв. С помощью этой техники горбатый кит может съедать целую тонну пищи в день.